Рога среднего на поле. Припод медь. Подождите немного. Че он берет он? Медь. Води. Он зашел. Эсети. Баф ему. Разошли. Я пока не могу прочитать это заклинание. Сходим. Хиливайте. Подальше встаньте, чтобы ловить баф, дебаф точнее. Разбегайте. Нам не дебаф. Вы должны стоять отдельно от ДД. И каждый раз чиниться не нужно, только если у вас мало процентов прочности. Привычка. Привычка, которая тратит время лишнее. На алгоне это важно. Наша жизнь вообще сплошная трата времени. Рыба стоит. Там я не знаю, но если вы до 10% хп, наверное, двум лемам надо цепухи кастовать. Я даже не знаю, что делать еще. Я кастовал под конец, когда у нас упал, падал рейд. Ну, не помогло. Значит, надо чуть пораньше, когда не 10%, а когда видишь, что 50% и хилы ничего не делают. Ну, или не могут сделать. Сейчас была проблема в том, что хилы стояли вместе с ДД. Только в этом. Так бы убили. Да, и можно попросить танка чуть-чуть поближе подводить, а то милики, ну, по крайней мере, я не доставал. Мили этот атакой бить босс в руне. Так, выходи на край, там дебаф висит. Визуально она меньше, чем баф дает. Понял.
Все, все готово. Вы станьте подальше от этого, да. Чуть-чуть. Разбегай. Ждем. Далеко, Крайделька. Очень далеко. Я встану. Прохильте, Таракарис. И снова хилы, спасибо. Ну, тут не хилы, спасибо, тут большой стоит у синей руни. Нет, мы умерли сейчас, потому что получили все дебаф из-за того, что двое хилов не стояло в ДД. Смотри, давайте разъясним немножко. Босс получает дебаф от синей руны. У меня в Телмивей не стоит. Если я выбираю цель большого, показывает, что на нем дебаф. Этот дебаф увеличивает дамаг босса. Вот босс, который большой, бьет аурой по всему рейду. Когда трое живые, она слабо бьет. Когда один умирает, она бьет сильнее. Сейчас большой босс стоял в синей луже. Мало того, что он по танку увеличивает урон энергетического, и по всему рейду идет АОЕ. Большое. В два раза больше. Поэтому поклади хуй на миликов, убьется и так. И держи подальше от синей руны боссов. И тогда, возможно, хилы захилят. Ну и рога, от хилов не убегай. Либо можно опять спекнуться в хила, бить подольше, но убить. Нет, не нужно. Давай, Хасан, сейчас станешь в РДД. Твоем будете стоять. Хорошо. Ты как отслеживаешь дебаф, балбес? На ней это что? На ней? У меня в Телмивене название дебафа написано. По цели. Ну. У того бафа название другое. А еще если босса в руну поставить, у него увеличивается помимо этого дамаг. Лапку. В том-то и дело, что другое. Ты говоришь об одном, я об другом говорю. Самый простой ориентир для того, чтобы два человека было между его ногой и руной. Помещалось, точнее, два,
два человека между ногой и руной. Баф, когда умирают маленькие, это мобы, боссы, это суперзаряд называется. А не руна мощи, блядь. На руна мощи, это когда он встает в руну в синюю на полу. Большой стоял, у него хитбокс большой, он стоял, и от большого, именно от самого большого моба, идет АУЕ по рейду, сука, он стоял, не ебись. Просто хуй на меликов клади, отводи на 20 метров, и все, и не еби мозг. Какой нужен нас? Рога. Я отошел в этот зону. Разбегайте. От пивов не отбегайте далеко. Все нормально. Давайте был. Стоит сейчас. Он стоит. Отводи, отводи, отводи. Интер срочно. Все. 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 Мне нужно было от этого хила. Вы разгромили железное собрание и открыли архив. Молодцы, ребят. Выиграет диск. Это просто ключ, который открывает Алгаона. Вы ничего за него, кроме денег, там, ключа и одной рунической сферы, не получите ничего. Так что особо можете не гнаться. Так, кто выиграет диск после Калагарна? После Калагарна поговоришь с ним. Там мы мобов побьем, а ты пока позделаешь это.
рыба стоит. Хасан, тебе сильно горит? Ну, с нами ходить сейчас. Просто человек, который подставил у него... Короче, он... Его может заменить чел, который зайдет за... Которого мы ждали персонажа. Типа сразу... А, и то, что продолжать с вами идти или нет? Или что? Я так не понял. Да, тебе горит сейчас тебе? Ну, или типа... Ну, пофиг. Конечно, я бы... Походил бы, потому что то есть, тут сейчас токены только. Ну, не знаю, если что, ну, могу и выйти. Вообще сходил бы, но если вам вашему мейну прям надо, то окей. Смотрите сами, я не обижусь. В любом случае. Типа твой какой-то там 300-й твинг, да? Нет, это второй мой твинг. И... Я это стараюсь все одеть. Даркарис, да, говорю? Да. Давайте кто? Пока так. А кто у тебя мейн? Полидес. Угу. Полипал. Хороших пал. А кто там зайдет в фоне? Нет, не в фоне. Ты, короче, у него электричество вырубилось и телефон сел. Только мне написать. Говорит, песка может зайти на его пала. Ну, Даркарис он как бы слабенький. Потом на каких-то последних боссах можно будет взять паладин. Пускай подождет. В смысле? Кто слабенький? Ну, сама. Не, ну к тому, что типа с ним у нас этап намного лучше будет и больше профи. Урона будет больше даже. Я к тому и говорю, что потом где-то ХМ какой-то делать, там, пожарник или еще что взять. Короче, сделаю вам проще. Подожди, не пуляйте. Что? Он уже зашел? В игре? Парень ваш. Не пуляйте. Он уже зашел в игру или сейчас что? Сейчас посмотрю. Не, это вообще он сказал. Сейчас, не, ну если он зашел в игру, я выйду и без проблем. Нет, он не в игре сейчас. Да Калаган на убьёбка. Я посмотрю сейчас. Напишу ему. А, так он сам офлайн. Окей. Чего скидаю, на этот раз нормально пуляем. В линию РДД станьте. Руку. Ауч.
На 35% правую руку сносим, потом левую. От нас справа. На скольких? Уже. Влево. От нас левую. Когда выбьем, вправо. Блин, изи. Ты что, поезд тоже забираешь? Да. Там у меня будет 3-4 рецепта. Если что, кому-то нужно будет, пишите. Потом. Плечи на оф. Не... У кого диск, можете делать квест. Делитесь, бейте одного. Кто меньше? Сначала. Ох, что будет? Рогана. А, не здесь. Переключайте. Там, где мы били собрание, только дальше проходи. Вглубь. На карте архив написано. Пошлите дальше. Мы после Хадира убивать ее будем. Червей не используй только. А колос? А закон не взлетит? Это исправили, он не так высоко летает. Высокого первым убиваем. Да блин, он прожал бурт. Тут мы червей пулять будем. Через левый край идем. А ты там через стелс проползешь. Он сменил.
Не, к тому, что ему сейчас нужно идти туда, к двери. Двигайтесь дальше. Уже сагали большого. Малого. Сейчас будем трипа кормить. Одного большого можно забанить. Ну, убить. Дальнего. За УЕ выходить. Ну что, ты там побежал? Подойди к двери. Той. Так, а у кого-то ключ есть? Помимо него. Уже сделаны. Мимик. Тори, мы пожарные еще. Хорошо, если у него есть, давайте пока так. Давай, сломайся. Надо было сразу тех мобов перекончить. Рыба стоит. Посмотрим, может этот зайдет. Чел. Значит, там, наверное, мобов надо убить. Рада для левых, милики правых. Сейчас забафну. Я каски бафну. Сейчас на фул среди не могу. Прибавка, это сколько тебе дало маны в числах, а террасовые? Ну, духу я дала. Было 28, стало 31. Нормально так. 10% маны, да? Ну да. От общего. Подлучи. Выходите из этих. Двигайтесь там, мелики. Кастеры тоже. Вон, умели все бафы. Подходим. Бурсты. Лучи обязательно, не обязательно стоит. Можно вокруг него стоять. И нормально.
Подойди поближе, жена. На. Молния бахает все. Зайдите. Так, добей. Смысл? Чё, ДБМ падается. Показывает одинокий на меня. Фу. Воинские опять пошли. Сейчас. Это где она там далеко? Тут ее не получится отбить. Давайте убьем этих, как обычно, моба Торима и туда пойдем. Отойдите от мобов за стенку. Иди пуляй. Другого играет. Что они сильно прям бьют. Она возвращается. Ну как раз этих убьем и это. Она будет возвращаться с той стороны. Забейте внутрь. Тотем и спрячь. А вот этих зря. Не успеем. А пулька. Если у вас много агро, переключитесь на другу. На всех хватит. Слева идет.
можешь пульнуть. Как убить? Ага. Я не успел подойти. Попав. Лицом встать. Тотемы. Блин. У нас мили пати без тотема. Шака. Станом. Да. Отходите от него. Тремо стоит. Не, я ставлю перед кастом. На всякий случай. Шака. Отходи. Сколько каст были? Кто там по уляму босс? Он будет мешать. Отойдите. О, там это самое боежка. ВСО. По боежкам. Нидим. Все нидим. Нихуя у нее как она воткнулась в пол. Смотрите, ноги торчат от нее, блядь. Пиздец. Замуровали, блядь. Просто, блядь, кедами вверх, блядь. Так. В туннеле иду я, Джоки, Мимик, Балбес и Хулипау. Остальные на вине. Или даже давайте не Мимик. Хотя нет, Пен. Нормально, как обычно. Как я и сказал. На арене Самитерии в Фростойке. Жена, ты остаешься. Вы здесь по меткам становитесь или? Раньше 12. Пропишите просто, когда бой начнется. Кто там
ДБМ стандартно 8 стоит, но здесь 12. Все готовы. Давайте. Мимики от природы буду ставить. Подходите к тех, кто в туннеле. Туннели бьем сначала мелкого, погодите, который кастит. Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где кто я? Ты, мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Налево. Направо. Налево. Джоки, Петта сюда добавил. Диспель с него желтую хуету. Иначе мы его хуй убьем. Шаман. Окей. Давай быстрее. Поглощение будет, мы сейчас сдохнем нахуй. Диспель спидера с этого. Я хуй знаю. Или жена диспель, блять. Ну, вы помните сейчас. Терни. Жена, шаман, развеивание магии, снятие заклинаний. Все, мы довели. У вас что, жена, шаман? Как дела? Давайте наоборот, да. Шаманы два на арене. У меня такой молния. Что так не должно быть? Ты про что? Ну что, много мобов или что у вас там будет так? Там никто не диспелит нихуя. А когда их с него не диспелят, блять, выходят мобы. Так как в десятке мобы не так сильно бьют, вам нужно прийти кастером без ничего. Ну так вот, он стоит под щитом. Желтая параша на нем. Никто не диспелит, ни прист, ни шаман. Вытаскивайте на панель с книжки заклинаний, кнопки себе ставьте, удобно ставьте. Тыкайте левой кнопкой мыши на моба и нажимайте за приста рассеивание заклинаний, снятие этих заклинаний. И за шамана рассеивание магии, блять. Вытащи себе на панель. Название моба. Я говорил уже. Пробудитель. Сейчас два шамана будет на арене. Если вы так будете хер класть, мы, конечно, падать будем. Да, ну, дамажим его, а у него поглощение, понимаешь? Он фулл хп стоит, кастует, хилит себя, других мобов. Конечно, блять, их накопится, потому что не хилятся. Мы поняли, окей. Давайте, ребята. Давайте, двигайте культяпками. Паску бафну. У кого рецепт там на кузнечку? Пояс вроде. Кто-то своровал.
А что я могу сказать? А все, я уже нашел. В общем, шаманы, оставайтесь на арене, будете поржать. В туннеле там и так, без проблем все. А какое 4 часа? С 19. Пока люди собрались, почти 20 было. Какое 4? Ну, в натуре, да? Заходим. У кого все есть. Войд? А, что? Давайте, двигаемся. Жена. Погнали. И кто в туннеле идет, можете двигаться уже. Смели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Вы успеете вчетвером? На ХМ. Без проблем. Налево. Направо. Налево, налево, налево. Все нормально. Тут же 2 минуты до ХМа. Даже 2.5. Жопник дал моб напоследок. Кто? Балбес вам, поджопник моб дал напоследок. Поближе к двери становитесь там. По бокам беги. После открытия двери. Лезть, не то ускорить, лежать. Не, 12 ярдов. Я сокрушу вас всех! Это невозможно! Торим, не сомневайся! Твоих врагов ждет ледяная смерть. Пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Мельки там хитбокс чуть побольше, чем есть. Чем дальше танк стоит, тем живее вы будете. Паладин, отойди чуть назад. Даже на меня не стоит. Я пока
за хил. Близзарда выходи. Я пока не могу прочитать это заклинание. Что? Я пока не могу. Божество! В два тут стоять можно, если что. Нормально все, Динар. Чё? Там на заранее говорить. Если там меньше половины, то говори уже. То есть, просто теоретически ты сможешь два забоя изунуть, а не один. Да там уж ТП было мало вопрос. Хватило мало. Герои, теперь вам предстоит отомстить за нас всех. Это будет непросто, но я готов помочь вам. Вы должны победить. Блять, опять на воина падает. Я что, проклят? При том, что в рейде 5-6 человекам нужен этот ебучий токен. Ну, ты кажется, кем-то, по-моему, нет. Я Роги смотрел. Нужен магу. У меня такая же была тема, по моему статике. У нас шаман все три спека одел себе, и никому не нужно ни варов, ни хантов нету. Перчатки, кстати, очень хорошие, это холик. Перчатки, да, очень. У меня есть, у меня не стоят. Деталька с мимиром. Ой! И будет мне ключ. Обалдеть. Массом? Давайте сейчас там есть возле Фрейя портал, пойдем мобов убьем. Вестибюль портал. Нам все равно придется туда идти. Окей, 2 минуты перерыв.
Ну, честно, тут можно уже даже такой прикол сделать. Чисто создать вара и одеть его быстрее, чем двоих персов остальных. Ага, так и будет. Или шама, или вар. Очень часто падают почему-то эти токены. Прям постоянно. Это у меня уже ни одного подозрения, то, что они подкрутили именно этим классом. Доп. Типа, чтобы, наверное, люди чаще играли, что ли, на этом контенте. Но все равно топ-гильдии не особо берут таких персонажей. Вары сейчас бесполезны. Вообще, да. И танк, и... Ну, фурик один для рейда, и все. Балбес. Вестибюль. А к тому, что они практически дамага сейчас не наносят по сравнению с нормальными классами, которые люди дамажат хорошо. Нет, сейчас мы не на уголовный идем. Мобов этих убить. Кадалик там сделай. Пойдем дальше. Давай Джон Сина двоих убьем там. У нас два хила не тут. Похилю как могу. Что я тут? Отойдите от сферы. То может там хилиться, хилиться. Мне нормально слышно? Да. Не в эту сторону идем. У кого она? Такое сдать. Еще одного такого моба. Ну и потом пойдете по квестам, кому надо. Мы пойдем на Фрея бить мобов. Интересно, сможем пожарника мы сделать? Рандом. Что от рандома зависит. Повезет, убьем. Нет количества хилов там. А сфера отойдите. Она там дамажит по 1000. Там оглушение было. Что вы на мобе вайпаете? Это очень... Вайп на трэше. Вайп на трэше. Изи, босс. У меня комбат, пока тэпнуться не могу. От большого всегда. Ты за дот. Если типа у тебя есть доты, то. Да, Элема, ну такое. Вроде нет. Это чисто из-за большого моба. Камень. Все. Можете идти к Фрею. Те, кому там квест надо сдать, либо что-то еще. Тусуйтесь тут пока. Надо было, в принципе, их сразу убить. Этих Джон Сина. Это последний портал, если что.
Саметей здесь? Да. Грипнешь череп. Бьем его первым. Бить его не обязательно, лучше так где-то его замедлит там. Сбить. Он вас блюет. Кто может хилить, Плохо. Её нет. Давай ты хотя бы трэш. Мелких убейте, залейте его и это. Капец, сколько трэша вышел, робы! Ну, такого я не видел давно. Да она что-то за деревом спряталась, курва это. Так. Аделька на тебе, оба. Кажется, это выделись. Наверное, нет. Ну, сундуки там какое-то время должны стоять. Ну, проверь. Не трогайте их пока что. Она близко, они близко к боссу стоят. Дальше пошлите. Из газа выйдите, это не наш. Пол, каково тебе?
Гроза не наша. А ё-моё. Нужно по... Вы убьете без меня, смотрите своими глазами. Еще один по текстуре. Тоже там попробуйте подиспорить с этой дурой. Не надо. Нельзя, точнее. Почему? Умереть хочешь? Я не хочу. А что, ну когда дисплеешь, убивает? А, все, понял, понял, понял. Вот это. Удряда или такая. Лично я намирался уже. За сегодня. Я какой красивый. Так, там мобы остались под фей. Ну, можно будет их залить на поле. Нужно ребро. Хилы что, втроем или вдвоем? Твою. Вот вам рыба. Вот вам каска. Фласки перепейте, если у кого-то закончилось. Манеген.